предлагал вам мир. Я был милосерден к вам. А теперь вы пришли, чтобы покончить с нами навсегда. Сама история человечества подвела нас к этому моменту. Ирония в том, что мы вас создали. И сами несем за это наказание. Это наша последняя битва. Если мы потерпим поражение, Земля станет планетой обезьян.